Педагогический университет в провинции Гуйчжоу в Китае – один из крупнейших и старейших вузов Поднебесной. Он объединяет 20 институтов, несколько исследовательских центров и сотрудничает с 40 учебными заведениями в разных странах. Среди них Чувашский педуниверситет. Перспективы развития и взаимоотношения обсудили на встрече главы республики с педагогами из Китая и Чебоксар. Российско-китайское сотрудничество выходит на новый этап партнерства и стратегического взаимодействия. Мы должны дружить, обмениваться лучшими практиками в сфере профессионального образования. Это важно для перспективы, подчеркнул Михаил Игнатьев. Чувашский педагогический университет стал первым российским партнером Гуйчжоуского вуза. С 2013 года в ЧГПУ действует Центр китайского языка и культуры, где проводятся вечера российско-китайской дружбы, концерты, выставки, мастер-классы по китайскому языку и каллиграфии, чайные церемонии. Налажены программы обмена преподавателями и студентами. Я работаю в Центре китайского языка и культуры. Я здесь работаю уже второй год. Я здесь очень люблю. И сейчас у меня много студентов, которые изучают китайский язык и культуру. Все они молодцы. У них получается прекрасно.